Сегодня в столице республики на проспекте тракторостроителей произошла авария. Троллейбус на полном ходу въехал в придорожный столб. На этих кадрах видно, на какой скорости это произошло. Троллейбус получил серьезную деформацию кузова. Со слов ГИБДД, по Чебоксарам в момент аварии в транспорте находились порядка 40-50 пассажиров. Предварительно за рулем троллейбуса находился водитель 1997 года рождения. Как пояснил 22-летний чебоксарец, он неожиданно перестал чувствовать ногу, поэтому не смог среагировать. Среди пострадавших и водители троллейбуса. Пока вот внешне серьезных повреждений нет у пассажиров. По факту ДТП пока проводится проверка. На место происшествия приехали 8 бригад скорой и медицинской помощи, 1 оперативная и 3 бригады психологов. На данный момент зарегистрировано 27 пострадавших, из них 7 детей. Но дети не младшего возраста, от 10 до 17 лет. Значит, тяжелых нет. На данный момент все пострадавшие обследуются, некоторые уже госпитализированы. Пострадавших отвезли в 3 больницы – БСМП, ГКБ номер 1 и детскую больницу на Гладково. Обстоятельства все еще выясняются, информация постоянно меняется и обновляется. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.